В районной администрации состоялись публичные слушания, на которых рассматривался проект бюджета городского поселения Видное на 2020 год. Бюджет сформирован на основе прогноза социально-экономического развития городского поселения Видное, прогнозируемые показатели которого свидетельствуют о стабильной экономической ситуации и о наличии положительных тенденций для дальнейшего развития экономики и социальной сферы поселения. Озвучила проект исполняющая обязанности начальника финансового управления Нина Хованюк, отметив, что нынешний бюджет составлялся в условиях, когда Ленинский муниципальный район преобразуется в городской округ. Поэтому 2020 год будет являться переходным, и бюджет формируется только на один год. Бюджет поселения на 2020 год сформирован по доходам в сумме 1 миллиард 42,9 миллиона рублей. По расходам в сумме 1 миллиард 81,5 миллиона рублей, с дефицитом в сумме 38,6 миллиона рублей. Дефицит бюджета составляет 4,6% в рамках действующего законодательства. Нина Хованюк подробно озвучила все составляющие бюджета поселения, его доходной и расходной частей, пояснив, что основным источником дохода является налог на доходы физических лиц, который в сравнении с двумя предыдущими годами имеет устойчивую тенденцию роста. Также увеличивается и налог на имущество физических лиц. Земельный налог – это второй налог по величине, который является доходным источником бюджета. В 2019 году ожидается в сумме 317,6 миллиона рублей с приростом на 2% выше уровня в 2018 году, что связано с погашением задолженности по крупным плательщикам юридическим лицам. Также на слушаниях были подробно рассмотрены программы, которые будут продолжать реализовываться на территории Видного в 2020 году. Таких программ 10. Одни из самых масштабных – комфортная городская среда и развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского поселения Видное. На нее направляется 26,3 миллиона рублей. И включает она в себя расходы на капитальный ремонт и ремонт муниципальных жилых и нежилых помещений 2,3 миллиона рублей, взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов и замену газового оборудования 16,2 миллиона рублей, ремонт подъездов в многоквартирных домах 7,8 миллиона рублей, в том числе за счет субсидий из областного бюджета, как уже было сказано ранее, 4,8 миллиона рублей. В ближайшее время на Совете депутатов городского поселения Видное будет вынесен вопрос о принятии бюджета на 2020 год.